сюда вниз, она не пойдет, она постой не пойдет. Нет, нет, тихо, нет, нет. Га, покой. Там тоже заперли, да? Там просто, там отцы сидят с детьми тоже. Мать болит. Я не знаю, что будет. Сейчас там тоже будет кабардак. Потом они хотят второй снести ларек. Пишу заявление, да, о незаконном демонтаже. А вы владелец или продавец? Я являюсь гражданской супругой, владелица. Вот. Как бы у меня есть доверенность на ведение всех дел. То есть как бы я законный представитель его. Вот. Я показала все документы, что у нас суд будет. Я в спешке, вы извините, я в спешке, я собиралась сюда, с детьми собиралась. У меня было очень много ларьков. Я просто, наверное, взяла просто не на то. У нас было еще два павильона. Вот вход в Парк Победы у нас был. Я и этот Парк Победы, и там Парк Победы. Вот. И я, наверное, просто машинально не тот взяла. Вот. А так у меня и есть и кадастровые отсюда, и все есть отсюда. А сколько у вас детей возраст какой? У меня вот ребенок 6 лет, 9 лет, 17 лет. Мы многодетная семья. Мы все сами, мы занимаемся сами, мы растим цветы. И мы на это живем, понимаете? Нас снесли, небольшие ларечки наши снесли. А это большой? Тоже незаконно снесли. Один ларек у ЗАГСа, да, мы стояли на коммуникациях. То есть как бы, да, были какие-то основания снять ларек с ЗАГСа. Другие ларьки также незаконно снесли. У нас были все документы, все-все. Мы никому нигде не мешали. Как бы жители даже на Терешково были против того, что сносят этот ларек. Здесь мы показывали, что у нас суд дело идет, у нас в суде еще дело, у нас не кончено оно вообще это дело. 6 апреля мы должны были судиться. Сейчас где мы будем судиться? А скажите, вы сегодня пришли с детьми в этот ларек и закрылись здесь? Да, закрылась. Чтобы меня услышали, понимаете? Это последняя мера. Меня департамент не слышит просто. Я подходила, у нас когда... В 2014 году, в 2015 отменили договора и сказали, приходите, мы будем то ли другие договора давать. Еще было непонятно, всем предпринимателям было Твери непонятно, как вот мы стоим, все предприниматели меня поддержат сейчас. Мы стояли на птичьих правах все, не было ни у кого договоров, потому что договора все отменили. Мы тыкались, как слепые котята, в департамент благоустройства. Подскажите, мы стоим 20 лет на этом месте. Куда нам? Какие бумаги? За что платить? Где договор подписать? Скажите, пожалуйста, а вот вы закрылись здесь с детьми, и вы пытались поджечь ларек? Я пыталась остановить их этим. Остановить чем? Чтобы... прекратили мне демонтировать. Я хотела... Вы что-то подожгли? Нет, я подожгла только клочок бумажки. А вы не боялись, что дети пострадают вот из-за таких детей? Из-за бумажки клочка мне дети не пострадали. Ну, из-за того, что потом начали там двери ломать, чтобы... Двери ломать дети у меня были подаль. Попало мне. В целом, не боитесь, что вот здесь детей держите, что они пострадают? Я боюсь, да. Я очень боюсь. Я боюсь за детей, я боюсь за себя. Так лучше ли их все-таки отправить домой? Или вам я не поеду домой. Скажите мне, чем мне потом... Я для чего сюда пришла? Это последнее вообще. Я дозвонилась до губернатора, до приемной. Мне сказали, ждите, ваше обращение направлено. И все. Больше ничего. Где действия наших властей? Скажите, пожалуйста. Путин для чего вот этого нового, вот этого Путин, губернатора Путин, привез? У вас нет договора аренды и правоустанавливающих документов. На у меня есть. Я законно стою здесь, понимаете? Я не просто самострой сюда сделала. Пришла и сама построилась просто так. У меня есть документы согласования, которые я сюда построилась, не просто так пришла. Тебя тянет так с тобой.